Министр инновационного развития Республики Узбекистан Ибрахим Абдурахмонов приехал с рабочим визитом в Казанский федеральный университет и прочитал лекции студентам Института фундаментальной медицины и биологии. Делегацию из Республики Узбекистан встретил проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Визит гостей начался с небольшой экскурсии по Институту фундаментальной медицины и биологии. Здесь им рассказали о современных установках в институте, которые используются на практических занятиях студентов. Делегация в Казанский университет приехала с целью познакомиться с процессами обучения и перенять опыт нашего вуза. В Узбекистане последние годы уделяется очень большое внимание в развитии науки, образования. У нас есть тоже несколько вот таких центров научно-исследовательских институтов. И результаты мирового значения. На лекции Ибрахим Абдурахмонов рассказал студентам, какие работы проводятся в Узбекистане по направлению сельхозбиотехнологии. Мы можем также быть как на материально-технической базе для практики для студентов. И мы можем отправить сюда краткосрочных стажировок наших студентов и докторантов, профессорский состав. И, конечно, модель Татарстана по инновационному развитию надо изучать и видеть своими глазами, потому что это большая практика, подчеркнул Ибрахим Абдурахмонов. Он также отметил, что продолжит работу и сотрудничество с Казанским университетом. Энджи Минибаева, Фарид Захитоглы, Универньюз.